Сёння золотый призер Еврогульня у спортивный акробат Артур Беляков вернулся в Гомель. На рахунку спортсмена 3 медали, у тем лику вышейшей пробы. И он завоевал их у пары с брышчанкой Вольхой Мельник. С чемпионом Еврогульня сустрелася Вероника Хамзюкова. Под дахом Минск-арены белорусская пара спочатку выиграла золото в динамичных практикованиях и бронзу у балансовых. А затем Артур Беляков и Ольга Мельник еще раз стали бронзовыми призерами у многоборья комбинованных практикований. Сегодня гомельский спортсмен вернулся до дому. После короткого отпочинку он снова приступит до тренировок. Мы ожидали медали, да, но как это все будет, как все это пройдет, понятия не имели. Это такая арена, столько зрителей, это тоже ответственность, тоже волнение. Атмосфера праздничная, не хотелось уезжать. Уздюшар номер 4 Артур пришел у 7 годов. За амаль 20 годзи у спорте досягнул значных выников. Не одной оказывался на пьедесталах чемпионатов и этапов Кубка Свету. У нас всегда спортсмены в школе были конкурентоспособными, но Артур еще раз доказал, что наша школа может добиваться высоких спортивных достижений, и мы будем стремиться дальше. Тренер Артура Белякова Татьяна Аучинникова отзначает, ее николи не сидел без права на тренировках. Коли план занятков изменяется, спортсмен идет в тренажерную залу. Над подрыхтовкой акробатичной пары працует профессийная бригада, 2 хореографы и 2 тренеры. С Артуром працуют у Гомеля с Вольгой у Бресте. Периодично спортсмены приезжают тренироваться на пляцовке 1-1. Сустракаются и на сборах. До медалей Европеады рыхтовались долго и упарто. Мы заметили в нем такого перспективного спортсмена. Мы, конечно, планировали медаль. Планировали и долго к ней готовились и ждали ее. Она была, скажем, золото долгожданное у нас. Но это свершилось. Мы ждали, мы были уверены, что у нас все получится. Тут у залах Дюшар номер 4 подрастает и молодшее поколение. Например, юниорская пара по спортивной акробатике Виктория Охотникова и Илья Фоменков. У спортсменов за плечима бронза юнацких олимпийских гульнев. Кажут, вельми переживали за Артура и марать домахчися таких же значных выников. Когда мы тренируемся с ним, идет мотивация, чтобы стать таким же перспективным, как он. Когда он занял первое место, я очень обрадовалась, потому что это высокий старт. Артур очень отзывчивый, он подсказывает нам, как старший, говорит, где у тебя ошибка, где-то подправляет, где-то советует. Болел, смотрел по телевизору, переживал. Очень неожиданно было, когда завоевали первое место. Ну, конечно, все очень рады. Ближайшее спаборництво для Артура и Вольги – чемпионат Европы у Израиля. И он пройдет у вересні. У планах и спортсменов, и у тренерского штаба завоевать на европейском першинстве золото. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».